хочу представить законченный мной очередной проект. Это однокомнатная квартира, 48 квадратных метров. По желанию заказчиков, эта квартира была переделана в квартиру-студию для того, чтобы функционал квартиры был более разнообразен. Квартира выполнена в современном стиле, основанная на контрасте цвета и единой стилистике мебели. Это серый цвет в сочетании со светлым деревом, который очень хорошо подходит к полу. Единое пространство этой квартиры я также зонировала при помощи разных световых сценариев. В этом мне помогла мой давний партнер, компания СВГ. В качестве основного освещения мы использовали точечные светильники серии «Мини-комбо». За счет своей миниатюрности они визуально не нагружают потолок, а за счет двойного расположения светильников мы добились комфортного уровня освещенности. Также в качестве дополнительного света в этой зоне используется накладной светильник серии INX. Его фишка в микропризматическом рассеивателе, что не слепит глаз и не бликует в зеркальных отражениях и поверхностях данной комнаты. В качестве акцентного или дополнительного освещения мы используем трековую систему серии SY Mini, что позволяет нам создать акценты на предметах интерьера или картинах, делая их формы более интересными и читаемыми. А за счет магнитного крепления на светильниках мы можем поменять с легкостью конфигурацию в зависимости от расстановки мебели. В зоне кухни мы также предусмотрели несколько сценариев с помощью различного оборудования. В качестве основного освещения выступает трековая система, где светильники с матовым рассеивателем дают основной свет, а точечные выделяют обеденную зону. Зона острова выделена акцентным светом с помощью подвесных светильников, чье крепление имитирует трековую систему, объединяя светильники в одну концепцию. Холл был выполнен в темно-графитовых тонах, поэтому было принято решение использовать светильники с матовым рассеивателем, что создают равномерную заливку освещения данной зоны. А для раскрытия графитового оттенка стен мы использовали цветовую температуру 4000 кельвинов. Это нейтральная цветовая температура, максимально приближена к естественному освещению. Санузел — это зона чистоты, поэтому мы применили светильники с матовым рассеивателем, что также создает равномерную освещенность. Для декоративного и эмоционального освещения мы применили подсветку скрытого монтажа. В завершение мне хотелось отметить детали и фишки данного интерьера. Это применение широкоформатных зеркал, которые расширяют пространство, а также декоративной перегородки, которая собирает воедино весь интерьер. Я надеюсь, что моим заказчикам понравится созданный мной интерьер. Я старалась его сделать уютным, комфортным, практичным и функциональным для работы и отдыха.